Итак, начнем. Познакомьтесь, шимпанзе номер 9. Мы создали лекарство, которое позволяет клеткам его мозга восстанавливаться самостоятельно. Мы зовем его Панацея. О, смотри-ка, он умный, да? Дом. Дом. Ты научил его писать? Ну да, и не только. Цезарь продолжает показывать навыки понимания, которые уже превосходят человеческие в сопоставимом возрасте. Лекарство кардинально усилило мозговую активность. Оно работает. Исследования должны быть ограничены. Это разве не шимпанзе? Ты как, приятель? Нет, ты не домашнее животное. Вы никуда не уедете, мистер, ясно? Это я вам говорю. Стойте на месте! Стой на месте! Папа! Он никогда не жил с другими обезьянами. Ты останешься здесь. Мы не идем домой вместе. Оцени этого парня. Он типа особенный. Тупая мартышка. Ты скоро поймешь, кто тут босс. Представляете, с чем имеете дело?